Йоу-йоу-йоу, это никому не нужный блог, пупсик. Никому не нужный блог. Сегодня мы в гараже, чтобы сделать кое-что интересное. В общем, я в гараже, любезно предоставленным Саньком. У меня в руках Montana Black. Это идеальная акриловая краска, не требующая грунтовки, специальной подготовки. А почему, спросишь меня, ты мой дружок? А я тебе отвечу прямо сейчас. Дело в том, что эта краска нужна для ребят, которые фигачат граффити. А граффити — это урбанистическое искусство, требующее быстрого времени, быстрого высыхания на любых поверхностях и всего такого. Короче, краска идеальная для того, чтобы покрасить абсолютно любую фигню и очень долго потом это не смыть. Поэтому мы будем красить ей... колесные диски, естественно. Что же еще? Вот такие они у нас тут разварочки. Вжух, они уже даже немножко подготовлены. За моей спиной 4 колеса, 16 дюймов, 8,5 толщина. Эти бескамерные штучки делают ребята из Крыма, делают хорошо, за что им отдельное спасибо. Красочка наша называется 1690, цвет Nepis. Вот такой вот изящный гейский цвет, как я люблю. Прямо потрясем ее! Потрясём её! Я совсем забыл про спойлер. Это некая фантазия на тему, как должен выглядеть мастер дьяволов, постоянно изображающий грех. Вот он, спойлер. Кирилл шкурил. Шкурил. Ну что, приступим? Первый слой. Пока сохнет первый слой, займемся делом и что-нибудь еще поделаем. Попробуем поставить малышей Който. Но у них немножко другой разъем. Оба. У старой фары разъем вставляется прямо в саму фару с лампочками, со всей фигней. У новой фары разъем вставляется в другой разъем. Но проблема в том, что они разные. Еще у новой фары ужасающий отколотый кусочек. Поэтому я взял герметик. И сейчас его буду замазывать вот так. Вот так вот. Я закупил на просторах AliExpress вот такие пины. Товарищ Будулай подогнал мне вот такие пины. Уф. За что? Вы опоздали. В общем, я просидел час, не понял ничего. Какие-то сложные загогулинки, кажется, надо делать это вообще не на коленке точно. Поэтому поедем, сделаем колеса. Фары поставим новые, подключим их попозже. По-моему, очень даже неплохо. Только единственное, что надо перепиновать разъемы, а это просто какая-то пупоболь. Банга! Йоу! Вот мы и закончили красить диски. Осталось теперь надеть на них резину, установить на тачку. Посмотрим, что получится. Интересно же, наверное. Может быть, это и никому не нужно. А теперь погнали в шинку и оденем всю эту красоту. Бум, шакалака. Да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, а на сегодня это все. Ну что, осталось сделать отрицательный развал, установить спойлер, покрасить тачку, сделать фары, еще пару небольших мелочей. И все будет очень даже неплохо, я думаю. Ну, все, пока.